всем привет! К нам сегодня пришел поисковой магнит. Будем распаковывать посылку. Что там, Никита? Сучка пластика. Сам магнит. Офигеть. И веревка. 20 метров специальной веревки. Ну-ка покажи, что за веревка. Вот. Она очень тяжелая. Наверное, килограмм 3. 8 миллиметров, по-моему, заказывали. Так, ну-ка магнит, давай посмотрим. Надо, чтобы... Покажи коробку. Что за коробочка? Поближе. Было видно. ЗАО НПП Red Mag F200 двухсторонний. Давай, открывай. Аккуратно ножницами. Главное, чтоб сейчас ножницы, когда я буду открывать, они не прилипли. Штырек. Специально показывай. Штырек. Он прилип к магниту, офигеть! Этот штырь сумасшедший. Офигеть, да, под низом магнита. Вот магнит. Я сейчас его вытащу. Вот он. Ага. Давай-ка. Сейчас попробуй. Покажи, что за инструкция там. Инструкция, ну ладно, потом подержу. Так, инструкция. Еще когда пластик. Тут маленькие белки. Давай, посмотрим. Инструкция по эксплуатации поискового магнита Red Mag. Вот он. 200 усилий, диаметр, меры безопасности. Ага. Давай я покажу тоже на камеру. А, я все уже сейчас отдеру. Вот он, магнитик какой крутой. Вот такой магнит. Я его буду бросать. У нас еще один инструмент в нашем будет распоряжении. Да, Никита? Да. Возьмем его с собой в Крым. Да. Точно? Все. Обязательно будут видосы, как мы... Опа! Ага. Ага. Прилип. Все. Друзья, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем пока!